фонарика у меня в плюске. И, Поля, что ты делаешь у нас тут? Ужас, лазит по поворотам. Ты сейчас грохнешься в ту сторону. Ты что, в лес хочешь убежать? Да, в лес! Чтобы меня волки съели. Ты что? Так, ребята, слазь давай быстренько. Мама что-то приготовила. Что? Полина, сегодня... Сегодня... Что? У нас распаковочка. О, какая распаковка? Распаковочка Пупси Слай. Пошли распаковывать. Сейчас покажу, какая распаковочка Пупси Слайм. Еще одна новенькая подделочка. Мне она интересна. Давай посмотрим ее. Давайте распакуем вместе. Поехали! Держи вот эту сумочку у Пупси Слай. Смотрите, какая интересная у нас опять необычная Пупси Слайм. Да. Такая сумочка. Да, Поля? Давай распаковывай. Вот там, посмотрим, да, что же страшно. Тут есть. Есть там какие-то игрушечки, конечно, сюрфризики? Есть. Да, ты думаешь? Я по очереди, самый первый. Что ты будешь самый первый? Подожди, смотрите, тут в сумочке, оказывается, вот такие вот сюрпризики. А думали, это что, какие? Опять как потерянные котята? Да. Ух ты! Это все потерянные котята. А я даже не думала. Представляете? Интересно, Поля. Нам попадутся новенькие? Как ты думаешь? Не знаю, а может повторки? Ой, не хочу повторки. Будет. Давай смотреть в таких маленьких. То был у нас большой сюрпризик, а теперь маленькие. Да. Три штучки? Да. Обалдеть. Ну давай смотреть. Что там, вау. Поля? Что там? Мы будем называть слаймы. Опять? Да. Это что, такая же? Это такая же потеряшка слаймы? Ой, потеряшка. Потеряшки-поняшки? Да. Смотрите, ребята, класс. Они нам очень понравились, да, Полечка, в тот раз? Трубочка. Ух ты, Поля, это в каждой слайм и в каждой трубочке. Сейчас будем каждый слайм надувать. Да? Да. Лайки, ставьте лайки. Что там тебе попалось? Наклейка. Вот такая вот тучка. У тебя уже в тот раз попадалась такая тучка, да? Может, и тучка? Она к тебе приклеилась. Да. Давай, может, открывай, что там дальше? Пойдется. Так, это... Ну, мы в тот раз смотрели. Ну, повторка попадется. Как повторка? А ну, по открывай. Слайму увидела. Что там за слаймик? Сейчас. Ну, давай. Доставай. Опа, коробочка, смотрите. Вау! И тут синенькая. А смотрите, думала, шапочка. В тот раз была у нас розовенькая и зелененькая. Ой. Вот такая вот шапочка. Вообще, класс. А что там еще? Что такое? Не знаю. Фонарик? Что это? Фонарик? Наперсточек какой-то такой. Интересно. И все? Нет, там был питончик. А, давай доставай. Вот он. Слаймик. Лип. Такой же слаймик, как у нас и был. И кто это? Ой, смотри, Поля, это Мишка. А может, это собачка? Такие собаки бывают. Не-не-не. Это Мишка с рожком. Симпатяшка какой. Смотрите. Класс. Держи, Поля. А слаймик надуешь? Получится в этот потом раз? Давай сейчас попробуем. Попробуем надуть слаймик. Ой, смотри, а слаймик какой-то такой. Это я его размякала, так и стал. Другой слаймик какой-то. Вот нам вот этот попался слайм. Вот этот вот закрестал. Вот, да, тут и нарисовано даже какого цвета. Да, но теперь я его темным сделала. Вот он таким был. И Полина надувает слайм. Получилось! Ого! Поля, класс! У Поли получилось в этот раз. Я просто дома надувала. Молодец, натренировалась. Ребята, ставьте Поле лайки. Класс. Полина, давай следующий сюрпризик. И кто там тебе? Может, это фонарик? И кто тебе попадется? О, я знаю, тут мороженое должно быть. Ну, что-то такое интересное. Прикольно. Да, и Мишка классный. Класс. Давай, открывай следующий. Посмотрим, кто тебе там в следующем попадется. Опа, ну! Это не повторочка.
Откуда тут такая же наклейка? Опять! Смотрите, опять такая же наклейка. И что там, Полина, у тебя следующее? Так, трубочка опять будем сейчас надувать. Ага. Что за слаймик? Не покажу. Как не покажу? Не покажу, пока не достану. Не достану. Так, открывай. Розовый слаймик. Розовенький слаймик, смотрите. Так. О, он не высыпался. Вот нашел. Опа. И что там у тебя за сюрпризики? Что-то интересное? Ой, я это и люблю. Да? Ой, это моя сладенькая кошка. Да ты Кисю, что? Полине кошка. Попалась кисюлечка. Вот это радость. А ну давай показывай. Смотрите. Она что? Она мальчик? Какой она? Она маленькая? Слушай, Полина, она какая-то перекушенная у тебя. А расскажу я вам что-то. Да, она смотрите, что, какая мама? Мордочка у нее немножко... Она девочка или мальчик? Перекосила. Но кисюлечку она, Поля она очень любит. Держи. Я руки занесу. Держи. Кисочка, та была... А это что? Вау, а это что такое? Ой. Ракета, конечно же. Это у нас шапочка такая какая-то? Не знаю. Ой, это а что ж такое падает? Шапка. Желтенькая шапочка. Сейчас бухнет. И какая-то ракета. Не бойтесь, пожалуйста, сейчас будет взрыв. Что за взрыв? Поля открывает слайм. Полина достала слаймик. О, вау. А ну растяни. Сейчас. Давай быстрее. Класс, ребята, очень классная подделочка. Она так растягивается и прикольненький надувается. А ну давай, пробуй надувать розовый шарик. Ребята, голосуйте, как у Поли получится розовый надуть или нет. А ну пишите сразу в комментариях, пишите, пишите быстрее. Полина, сдулся. А ну еще раз. Так, Поля делает такую картошечку. И... Ой, пу-пу-пу! Ложи, Полина. Давай доставать следующий, третью нашу. А я забыла вам что-то сказать. Что? А ну, смотрите. Что там? А, шапочка? Шапочка для кошечки. Это собака! А, ты на собачку одела? Да, ну, это ж у кошечки попалась. Кисюлечка, Поле нравится. И Полита, открыла. Я сразу наклейку достану, сейчас посмотрим, какая она попалась. Открыла. О, ух ты, какая красивая пандочка, ребята. А тут там попалась, да, две тучки. А там пандочка, класс, обалденная. Что там? Поля в шоке. И доставай. Трубочка. А его два, и повторка там попадется нам. Повторка? Тут розовый слайм. Розовый слайм? А может повторка? О, что там? Мышки! Вау, обалдеть, ребята, смотрите, какая мышка нам попалась. О, нет, это повторка. И кто там? Кися. Ну, все равно ты же любишь кисик. Ребята, нам попалась опять кисочка, и она еще хуже, блин. А что она хуже? Полина, смотри, какая она перекошенная. Зато очень симпатичная мышка. И у нее есть гитара. Кошечка с мышечкой. Ну смотри, это не повторка, гитара. Видишь, эти были там ракета и шапочка такая. А это тут, смотрите, какая прикольная гитара. Классная, обалдеть. Прикольненькая. А знаете, и мышка. А где розовый слайм? И розовый слаймик. Покажи. А где розовый наш другой слаймик? Класс. Ребята, смотрите. Сегодня у нас попались вот такие мы. Мишка. Мишка такой. И две кошечки перекошенные. Мышка такая классная. Смотрите, ракета, гитара классная. Ну, Полина, тебе нравятся сюрпризики? Да, очень классные. И Полина, смотрите, смешала два слайма розовых. Роза. Какой он огромный. Получится у нее шарик или нет? Вау, дырка, дырка. Обалдеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Паулина Плюс. Всем пока. Ой, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем да, пока, ребята, всем пока. Мы очень любим пока. Вас. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пока-пока-пока. Пока.
Пока. О, сейчас улетит. Ого. Сейчас туда улетит. Какой классный. А ну попробуй растянуть его.